От дедовских методов остались страшилки из прошлого, когда аденоиды малышам удаляли под местным наркозом. Действовали, можно сказать, на глаз, а потому лимфоидная ткань зачастую нарастала вновь. Проблема возвращалась. Сегодня в операционной областной больнице самое современное оборудование, целая бригада ассистентов, анестезиологов и рулевой с золотыми руками Надежда Кузнецова. Хирургическое вмешательство занимает в среднем 10 минут, но прежде чем решить, а нужна ли вообще операция, важно пройти обследование. Крыслись стоит. Вот уровень эксудата, полоски эксудата. Приоткрыт рот, не хватает воздуха, случаются отиты. 8-летний Максим с мамой чем только не лечились в поликлинике, а лучше не становится, только хуже. Сын начал слова переспрашивать. А потому врач в первую очередь смотрит ухо. С помощью вращающегося эндоскопа добирается до перепонки. Там слизь стоит, эксудат. Снижение слуха из-за этого у детей бывает. Когда больше 3 месяцев стоит эксудат, он бывает слизистый, серозный, а бывает мукозный, как клейстер. Это все, что больше 12 месяцев стоит. У детей такая анатомия. Слуховая труба на одном уровне с носом, и любые выделения плавно перетекают в ухо. Еще и аденоиды не дают Максиму дышать. Просвета нет вообще. Когда у ребенка постоянно открыт рот или периодически болят уши, капли не помогут, ничего не рассосется само по себе. Застой слизи в барабанных перепонках грозит полной потерей слуха или внутричерепным осложнением. Снижение слуха и остановка дыхания – это два основных показания к операции Максиму. Она предстоит. В данной ситуации у Максима 100% показания к аденотомии эндоскопической и проведению шунтирования. Что это такое? Это освобождение устья, глоточного устья слуховой трубы, чтобы аденоиды удаляем, чтобы вентиляция остановилась. Однако операция показана далеко не всем. Надежда Ефимовна сетует, мол, мода сейчас пошла в платных клиниках резать, не дожидаясь, как говорится, перитонита, всем без разбора. Однако если лимфоидная ткань разрослась на 1 или 2/3, а не закрыла просвет полностью, можно и нужно лечить, но правильно. На ранних этапах простудные заболевания лечатся до конца. Ребенок должен выдерживаться дома. Не отправляться в садик, выдерживать домашний режим 10-14 дней. Конечно, не всегда получается это у родителей, но ребенок не должен страдать. После 6 лет лимфоидная ткань, защитив иммунитет ребенка, начинает уменьшаться в большинстве случаев. Но если аденотомия все-таки предстоит, главное помнить, это хоть и быстрая, но все-таки операция с риском кровотечений. В день здесь выполняют 8-10 таких вмешательств, и плановые уже расписаны до конца декабря. Ксения Волкова, Дмитрий Ларичев, «Тюменское время».